Всем привет, ребята! Вы на канале Принцесса Злата, а я тут зайку шью. Зайку шьешь? Это ты что, пасхального кролика? Да! Вау! Да что это здесь у нас? Что, там нитки цепляются, что ли? Покажешь нам его немножечко? Или уже когда сошьешь? Вот. Ой, ребят, смотрите, какой хороший будет у нас пасхальный кролик. А это что у тебя такое? Расскажи. Я придумала вот такую идею. Кривым цветом я хочу приклеить... А что это белое такое? Я хочу лапки приклеить вот как так. Как будто он держит букетик яичек, ребят. Он держит букетик яичек. А это что? Без лап не обойтись. Ребята тоже сделали такие бисквитики с аминомазой и присыпкой. Наша принцесса Злата украсила торт. И сама достала. И сама достала с формы. Молодец, умничка просто. Сделала нам сюрприз. Вот так. Что там такое? А что, кстати, чем ты набивала зайку? Какие-то пушистики у тебя там? А, вот, синтепон. Смотрите, ребят, синтепон. Вот такого красивого зайку мы сегодня сделаем. Цвет можно выбирать любой. А, кстати, принцесса Злата, расскажи нам, что это у тебя ты шьешь? Что за ткань такая? Это фетр. Ага, ребятки, это у нас мягкий фетр. Вот такой, как подушка, можно спать. А вообще я его себе на кровать положу. Хорошо. У нас таки белая нитка. Но, ребятки, зайчик белый, ниточка белая. Чтоб снималась. Ну, ребятки, сколько принцесса Злата уже наделала всяких заготовок к Пасхе. Принцесса Злата, ты такая серьезная, такую серьезную работу делаешь. Ребятки, напишите нам в комментариях, кто умеет шить. Ребята, будьте осторожны с ока, это может... Пораниться можно, правильно принцесса Злата говорит. Я так, смотрите, мне не больно. Не больно? Ты моя умничка. Ты что, себе массаж делаешь иголочный? Я обалдею. Ребятки, напишите нам, кто уже умеет шить, кому мама разрешает шить, брать иголочки. Но принцесса Злата у нас сама иголочку не берет, но я ей разрешаю. Что-нибудь пошить. Вот такой красивый зайчик у нас сейчас будет. Осталось совсем чуть-чуть. Посадите эти хвост. Хрю-хрю-хрю. Посадите эти хвост. Хрю-хрю-хрю. Ребята, смотрите. Ребятки, для того, чтобы вырезать такого зайчика и сделать... Бумаги надо вырезать. Да, сперва нужно его вырезать из бумаги, потом приложить к фетру и обвести. Конечно же, фетр вырезать. Нам нужно две таких части. И только потом шить. Ребята, кто какого зайчика хочет? Кто-то, например, ушки вверх, кто-то, например, ушки загнутые. Наши яички красивые. Сейчас вам покажу, как сделать узел. Ребята, вы видите, что я делала? Вы должны 3 раза потянуть ниткой. Чтобы ваш зайчик что? Не развалился. Правильно. Теперь нужно ниточку отрезать. Да. Только не с узлом. Не с узлом, конечно же. Оп, готово. Ребята, берем иголку и кладем в катушку, а то можно потерять. А, иголочка это очень небезопасная вещь, ребят. Ее нужно обязательно ложить на место. Да. Вот так принцесса Злата положила иголочку в катушечку. Будем клеить букетик. Давайте. Берем клеевой пистолет и приклеиваем. Немножко. Будем клеить лапки. Такие маленькие красивые белые лапки у нашего крольчонка. Да. Это крольчонок или зайчонок, принцесса Злата? Это крольчонок. Такой хороший маленький крольчонок. Держит наш букетик с яичками, да? Да. Вот так у нас получилось красивенько.
Ребят, смотрите, какая красота получилась у принцессы Златы. Да. Наш крольчонок. Смотрите, вам он машет ушком. Он взлетает от ушей до хвоста. Всем пока. Вы были на канале Принцесса Злата. Ставь лайк. Подписывайся на мой канал. Жми на колокольчик. И всем пока. Пока, ребятки.